И ваши благодарные цветочки склонили к вам свои листочки, вы их развернули туда, вот, чтобы вам завесить шторку, да, вы периодически цветочек этот можете разворачивать, и вот окошечко служит стекло, естественно, и такой опорой листиком. Вот они у вас не падают, листики у вас вот так вот находятся в таком положении, вот, им хорошо, им комфортно, вот. Конечно, там у меня горячая батарея. Придется переставить местами. Вот это поставим туда. В общем, вы смотрите насчет батареи. Будьте внимательны. Растения не любят отопление. Вот. Им некомфортно, когда отопление вот такое жарит по ним, понимаете? Они начинают, конечно, очень стрессировать. Вот. Вон у меня батарея, видите, вон она. И стояк идет основной, и вот обратка. Представляете, как бедное растение, оно там погибать будет у меня. Поэтому я его вот сюда даже наклоню его подальше от батареи в этом направлении. И оно у меня так перезимует благоприятно. Так, и вот эти листики я сейчас, конечно же, срежу. Вот эти чахлые, несчастные, некрасивые листики. Я их уберу. У меня останется все красивое. Вот. Вот обрезанное растение. Видите, какое оно? Вот. Будет нарождаться новое. Вот. Вон оно. Вон, пожалуйста. Вот. Посмотрите, видите, вон новая поросль идет, да? Вот, какая у меня красота. Вот пророс только-только. Вот он, красавчик. Вот он, молоденький побег. Вот он. Ой, ребят, это так увлекательно, так интересно. Я сегодня встала, ни пить, ни есть не пошла. Я бегом к этим питомцам. Вот воскресенье сегодня, 6 декабря 2020. И вот кто-то подумает, чудачка, странная тетка там, скажут, как все там стареющие тетки. Да я не стареющая, я просто вот с детства такая люблю цветы. У меня прямо с детства в комнате было много цветов. Мама любит, я люблю. И, в общем, в принципе, это наша семейная такая традиция. Прямо такая вот страсть к цветам, вот, к красоте. Это вот прямо вообще ваше настроение повышается. Уют в доме особый создается благодаря цветам. Вашим цветам. Это ваши друзья. Запомните, вот. Вот следуйте моему примеру. Бегом бежите в каком-нибудь магазин. В этот, господи, как цветочный. И купите себе какого-нибудь питомца, который вам понравится. Вот вы посмотрите. Вот. Вот такие большие цветы. Вот видите, я взяла от бутылок, от 5-литровых, из-под воды. Обрезала их и вот сделала поддоны. Такие тоже из бутылки. И вот у меня такая красота. Я вижу, как там, что с корнями происходит. Конечно, будут кашпо покрупнее, повыше. Я заменю вот эти горшочки на красивые кашпо со временем. Высокие вот такие, которые закрывают это все, да? И будет красиво. Вот. А теперь я просто беру... Завешиваю штору. И у меня в комнате, понимаете, не чебур-хабур. А у меня такой маленький, такой уютный мир такой. У меня такой маленький лес за шторкой. Вот. Такая красота. Сейчас он подымет свои листики. И у меня будет красота. Он прямо сейчас вот у меня отряхнет эту тяжесть с листиков. И вот сейчас я еще обрежу. Потом покажу вам. После обрезанных листьев этих. Вот сейчас даже сейчас я их и обрежу. Вот. Следующее видео.